Team Sonic Racing! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated! На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор Эдмон, работник нашего с вами измерения, то же самое с Вескером. И сегодня мы продолжаем проходить Team Sonic Racing, 11-й геймплейный эпизод. Надеюсь, что вы их смотрите, потому что на стримах я катсцены не показываю намеренно. Только в шортсах еще показываю их. Но все, это максимум, что можем делать. Сегодня давайте мы... давайте откроем сначала мод-капсулы. Ну, накопилось достаточно много. Много накопилось. Надо все вот это выжить. Выжить по полной программе. Надеюсь, что вебка не зависает, потому что мне кажется, что время от времени она зависает. Ну ладно, разберемся со временем, разберемся. Так. Мирный легендарный диски смерти. Гениальный. Сильвер прямо милая смерть. Мирная, так сказать. Старческая. Легендарный спиннер с железным шпем. Слушай, у нас, походу, скоро будет полный набор, золотой набор. Жалко, что игры нет в Стиме. Реально жалко. Я бы, наверное, бы за полное открытие всех легендарок получил бы уже какой-нибудь легендарный колючий щит. Ну, все. Полный набор и собран, практически, считайте. О, ускорить. Кстати, вот эти штуки очень полезны на гонках. То есть, ты вот их собираешь. Я вот сейчас недавно побрился, я сейчас еще сходил по магазинам, купил новый сетевой разветвлитель с USB-входами. Так что теперь у нас есть парочка свободных USB-шек. Освободил, то есть теперь ноутбук лишку не питает. Так что у нас с вами больше свободного места. Что очень хорошо. Смотрел еще, кстати, разветвлители на USB-C, чтобы освободить парочку дополнительных. И, ну, чтобы сделать еще один вход для HDMI-вского. И... охренел, сколько они стоят. Это кошмар. Хотя, с другой стороны, с доставкой, если смотреть сюда, если посмотреть через Али, опять же, тот же, это, конечно, суммы примерно одинаковые. Почему удивляюсь, что магазин вообще на комиссии не зарабатывает особо. Но у нас сейчас главное вот... купил... точнее, что я не включил. Так, купил вот новый здесь разветвлитель. И сетевой кабель. Он, конечно, короткий, но, в принципе, сгодится, я думаю. В принципе, сгодится, это самое главное. Доктор Эгманс, и моды капсулы, легендарочка. Все самое лучшее, все самое стоящее. Так, ну реально, мы прям одни легендарки сегодня собираем. Одни легендарки. Ой, и последний. Что у нас будет последний? А, нет, еще не последний. Увы. Так, ну давайте в гаражик заглянем. Ты знаешь, нет. Я знаю, что нет кредитов. Ты мне гараж открой. I'm eager to begin. Давайте посмотрим, что у нас, во-первых, есть по ним всем. Хороший, такой цвет, мне прямо нравится. Ну, у завока вот не все открыто. Слушайте, давайте-ка... мы руш поменяем цвет. Ей реально очень идет. Да, вот это ее, конечно, каноничный цвет, но... а, подождите, это не здесь. Это не здесь меняется. Это вот здесь меняется. Реально, ей очень подошел красный цвет. Она так хорошо в нем смотрится. Набор красок руж. Как краски Shadow будут смотреться? Слишком пестро. А доктор? Так, это краски Соника. Но база будет синий, да?
тоже не согласен. Metal. Metallic. Нет, я знаю, что можно их поменять. Я просто смотрю пока по насыщенности. Не знаю, по-моему, все-таки у Rouge получаются самые лучшие такие краски так-то. Хотя вот у Эни можно взглянуть. Заводские можно посмотреть. Тоже не очень. Мираж Салун. Нет. Вот редко такое говорю, но у Руш реальный хороший набор. Хотя такой ярко-красный, когда вот завок появился, такой красный металлик. Он очень хорошо смотрелся. Хотя здесь может быть... Может быть такой вот металли... Искристый металлик. Вот так вот поставим. Пусть металл. О! Сделаем ей сейчас металлическое все. О, вот это то, что надо. Вот это я поставлю. Голубой ей не очень подходит. А вот такого. А только не уверен насчет вот этой. Может чистый металл поставить. Ну, чистый металл сливается с черным. Да, он хорошо смотрится, но... Нет, все-таки искристый металл лучше вот так вот поставим. Давайте вот так вот ее ставим. Ей идет, ей идет. Так. Ну и давайте, командное приключение. И у нас получается, сколько, наверное, на два эпизода еще хватит. Нападение Эгпаунов. Шик. И у нас есть несколько путей продвижения. Можно пройти здесь, можно пройти тут. И вот мне кажется, что мы пойдем вот по этой стороне, потому что здесь, скорее всего, будет что-то кошмарное. И у нас, кстати, звезд не хватает, строго говоря, на соточку вот здесь пройти. Но это другой подход. А вот это вот финалка. А так вот здесь по финалке мы пройти по сюжету можем. В принципе, неплохо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Эй, смотри, босс снова дома. И я, похоже, он в ярости. Да, я в ярости. Безумно в ярости. Нападение Эгпаунов. Да, вот сразу испытаем новую машиночку. Будет шикарно, я думаю. Ну что? Погнали! Отдай мне двигатель, ты глупый тануки! Двигатель сейчас бесполезен, он не закончен. Бесполезен? Не закончен? Что ты такое мелешь? Пилоты больше не участвуют в гонке. Без гонок нам не собрать достаточно командной суперсилы. Без командной энергии двигатель не может существовать. Похитив Додона Па, ты прервал гонки и помешал закончить двигатель. Ой, хватит искать виноватых! Никто не может сказать, чья тут вина! Я могу! Это ты виноват, босс! Заткнись, Кубот! Вопрос в том, как мы решим эту проблему! Эгман, мы знаем, что ты тут. Освободи Додон Па, и мы тебя пощадим. А вот и решение проблемы. Тебе нужен Додон Па, Соник? Так участвуй в гонке. Турбан Луп. Нападение Эгпаунов. Добро пожаловать на новую карту, леди и джентльмены. Пусть даже как можно больше Эгпаунов. Специфическая карта.
Стандартный 50 очков плюс время. Уничтожение за 2 удара 50 очков. Крутой экпаунд. Взрывной экпаунд 100 очков плюс время. Ну и рукопашный экпаунд. Очень уклонитесь от шипастых. Бросайте опасные бомбы. В общем, полно проработы. Погнали! Но на домашнем треке Эггмана не нравится мне эта идея. Погнали! Так, да знаю, что тик-так. Так. А ну не стойте у меня на дороге, Экуни. Так. Неплохо движемся. Есть, есть. Так, время, время, время. Ой, не успели. Время вышло. Но мы неплохо продвинулись. Сразу серебро получили. Шикарно. Мне нравится битва с экпаунами. Реально, как шикарно. Мы победили этих экпаунов. Но ты правда думаешь, что Эггман отдаст нам до домпа? Сомневаюсь. С Эггманом не бывает просто. Просто, конечно, не бывает. Ведь нам нужна командная суперсила. Ведь это решение наших проблем. Так. И у нас открыто два пути. Чем больше они ездят, тем больше суперсилы я получаю. И пока еще никуда не иду, товарищ. Решающая гонка. Финишируйте в топ-3 в личной гонке. Финишируйте первым в личной гонке. Выиграете гонку всей командой. Ice Mountain. А второй... Турбайн Луп, зеркальная решающая гонка. Вот это мне очень интересная карта. Давайте немножко пособираем. Тем более зеркальная гонка. Полная гонка полной командой. Не уходите в занос. Закончите гонку хотя бы со 150 кольцами. Ну давайте. Не уходить в занос. Давайте вот больше кредитов будет. Вак-вак. Золотой Тейлз. Сразитесь с командой Эггмана. Зеркальный трек. Уничтожьте трусливых эггпаунов доктора Эггмана. Да погнали. О, завок даже. Пока, завок. Погнали. Нам бы кольца бы собрать, конечно, было бы неплохо. Давай, Тейлз. Черт, они не дают кольца собирать. О, вырвались. Ух ты, быстро, знаю, Накл, что быстро. Ой, зараза. Потерял. Кстати, гигантские мехотанки.
Так. Ну, это еще только первый круг. За нос мы уже уходили, поэтому будем просто гнать. Не знаю, что это сейчас было, но палка стреляли. Неплохо. Сейчас соберу тогда вот эти колечки. Вот она. Да, мы невероятные. Так, неплохо. Я попал в Завока. Круто, спасибо. Так. О, мы почти 150 набрали. Вот это настоящий трек. Так. Но здесь без заноса никуда. Есть. Почти. Почти. Найти бы еще... А, все, финишная прямая. 150 нет. Жалко, конечно. Но это победа. Но карта реально стоящая. Реально красивая карта. Мне очень нравится. А, доктор тоже был? А где металлик? Почему без металлика? Что с Формулой М? Что-то мне кажется, что он где-то на апгрейде сейчас. Но неплохо прогнались. Неплохо. Это полная победа. Причем, кстати, забавно, там несколько команд было, получается, Экпаунд. Доктор, вы могли бы просто объединить все команды в одну, это было бы проще. Думал, будет сейчас озвучка, но нет. Но неплохо, зато получили хорошую надбавку. Мазас Каньон, решающая гонка. Финишируйте в топ-3 в личной гонке. Финишируйте, а в личной гонке выиграйте гонку всей командой. Давайте вот здесь, потом сюда. Вот так, если здесь будет нормально. Чем больше они ездят, тем больше суперсилы производят. И тем больше будет нас кошмар там. Погнали. Давайте-ка возьмем Бегасту. Доги-доги. Черный пик. У него так ускорение хорошее, а еще с дополнительной скоростью так вообще шикарно будет. Погнали. Хорошо, Эггман. Мы сейчас победили твоих Эггпаунов. Отдавай Додонпа. Надо выиграть две гонки из трех. Разве я не сказал? Нет, босс, не говорили. Уверен, что говорил. Помалкивай, бесполезная жестянка. Одна гонка или сотня, мы все равно тебя победим, Эггман. Мазерс Каньон, уничтожить родственника Экпаунов, командная гонка, сразить с командой доктора Эггмана, шикарные усы, продолжение. Эггман точно ничего не говорил про две гонки из трех. Я же велел тебе соткнуться, Завок, я хочу, чтобы ты избавился от этого ежа. С удовольствием.
Оги-доги! Вперед, Бигастус! Есть, есть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, Биг! Ты куда едешь? Так, будем передавать им. Эми, не толкай меня, дура! В принципе, она на той дура. А подожди, Пик, почему ты кольца не собираешь? Так, вперед. Идем поверху. Спасибо за подкат, чао. Вода, вокруг вода. Ну что поделаешь, Шеби, что ты хотела? Скупаться, что ли? О, спасибо за разгон. У нашей команды неплохие шансы. Есть, согласен такой, Биг. Мы пока, кстати, вырываемся вперед, между прочим. Я даже удивился, что Биг... Биг реально злой гений, я вам говорю. Биг упал в воду, но мы забрали наши колечки. Так, ляч. Команда работает, а вот и несемся мы. Пока. А зарезаться прикольно. Прикольно, но не весело, знаешь ли, Биг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Ай, зараза. Я думал, смогу нормально пролезть. Это залог был. Ну, мы сразу впереди. Передаю им пока. Вот так вот, потихонечку наращиваем. Давай, Бигаста. Сейчас будет тебе помощь, Эми, держи. Вперед, вперед, вперед. Бегу с таким минимумом яда. Мне показалось, секундочку, что я вдруг увидел каменные столбы. Так. То, что надо. Так. Отлично. О, нет! Каменные столбы, конечно, везде, но не особо-то они сыграли роль, я смотрю. Есть! Погнали!
Есть! Пик просто взял и пронесся. Толстый, жирный, ленивый кот, как всегда, победил. Я вам говорил, Биг — это секретное оружие, либо тайный будущий злодей. Вот я серьезно вам говорю. Вопрос. Зачем ему, кстати, ремень? Вопрос. Зачем ему, кстати, ремень? У него же нет штанов. Как-то странно, но ладно. Неплохо, неплохо. Хорошая работа, ребят. Замок, это было жалкое зрелище! Хоть раз нашли, меня не совпали, Эггман. А тебя отпусти до Дона Па, пожалуйста. О да, вернемся к делу. Шикарно, мне нравится. Так. Испытание кольцами. Бухаус. Это я приберегу до потом. Сюда давайте. Решающая гонка. Чем больше они ездят, тем больше суперсилы производят. Так. Что возьмем? Давайте мощный ускоритель поставим. И... смотрите. У нас была у нас был Пик, у нас был Тейлз, у нас была Руш. Давайте сейчас возьмем... Гектора. Ускорение как раз хорошее, ускорость тоже хорошая, то что надо. Хорошо, Эггман, мы честно победили твоих эггпаунов. Отдавай до Дона Па! Надо выиграть две гонки из трех, разве я не сказал? Нет, босс, не говорили. Я уверен, что говорил. Помалкивай, бесполезная железянка. Одна гонка или сотни, мы все равно тебя победим, Эггман. Сразитесь с командной гонки, доктор Эггман, уничтожьте трусливых эггпаунов. Эггман точно ничего не говорил про две гонки из трех. Я велел тебе заткнуться. Замок, я хочу, чтобы ты избавился от этого ежа. С удовольствием. Победить нас мечтать не вредно. Вот это был сейчас разгон, кстати, между прочим. Я в залку попал. Блейз, молодец. Вот так вот. Извините, что толкаю. Да, не надо извиняться, это нормально для них. Зараза! Спасибо, приятель. Вперед, Вектор! Мимо Завуля! Смотри, куда прешь, демон недоделанный! Надо этот залог сбить. Шикарная командная работа, спасибо. Полегче, детка.
Да, нет, согласен. Эй! Меня не остановить! Да, нас не остановить! Давай, команда Вектора! Видите? То, что надо! Так, неплохо! Так. Есть, неплохо. Еще один круг остался, но Зар пока что впереди, это бесит. Зараза-то эдакая. Да зараза такая эдакая. Сильвер, ускоряй меня. Так. Погнали. О, вот это командная суперсила. Мне нравится. Ракеты при берегу для завока. Если он Брутур будет лидировать, я хотя бы смогу ее использовать в дальнейшей атаке. Давайте догоняйте. Так. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Можем передать ракету. Теперь нам ничего не грозит. Победа наша! Победа! Шикарно! Ой, шикарно, шикарно, шикарно. И, как всегда, идеально. Погнали. Завок, это было жалкое зрелище. Хоть раз наши мнения совпали, Эгман. А тебя отпусти, Дадонпа! О да, вернемся к делу. Да, вернемся к делу. Получаем ключик. Ключ уничтожения Экпалмов, минимум 5 штук. Ой, красота. Так, и Хайден Волкана, решающая гонка. Но эту гонку мы с вами уже оставим на следующий раз. Как раз смотрите, раз, два, три и четыре. Здесь мы сегодня прошли 4 гонки, тут 4 гоночки. Так что все будет идеально. Надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Спасибо всем, кто с нами сегодня его смотрел. Спасибо всем, кто писал комментарии и ставил лайки. Вы лучшие, ребят. Ну а с вами был Альберт Вескер, Umbrella The Chink. Всем до скорой встречи и увидимся в следующем 12-м эпизоде по Team Sonic Racing. Удачи!